Мне очень нравится культура 60-х, американская культура 60-х, 70-х годов. Когда я стал чуть повзрослее, уже в подростковом возрасте, я стал смотреть такие фильмы, как «Угнать за 60 секунд», «Точка», «Буллит» и так далее. То есть фильмы, где автомобиль — это был главный герой, по сути. Появилась такая мечта, или идея X, так скажем, приобрести такой автомобиль. И причем я не хотел приобретать какой-то еще автомобиль, то есть я хотел, чтобы именно этот автомобиль был первый в моей жизни. И вот в 24 года получается, что у меня получилось приобрести Ford Galaxy LTD. Но не могу сказать, что у меня был вот до 24-25 лет какой-то большой опыт вождения. Вот я скорее учился ездить уже на Форде. Я закончил Московский архитектурный институт. У нас семья архитекторов. Папа у меня архитектор, старший брат архитектор, я архитектор. И, в общем-то, мы в такой архитектурной семье выросли, поэтому не могу сказать, что это был прям мой выбор, скорее. Это был выбор семейный. Но я ничуть не жалею. Это, на самом деле, образование очень много дало в плане мышления, в плане вообще мировоззрения. В Петербург я переехал в 2013 году. Так случайно получилось, что мы с другом сделали проект парохода. И ну, так я здесь и остался. Мы 2 года строили его в Красном Селе. Это проект колесного парохода. Мы сделали все сами, то есть это самодельный проект полностью. Делали все своими руками. Котел, двигатель. Двигатель был заказан из Индии, потому что паровой двигатель очень сложно найти в России. Ну, никакого производства нет. Старые двигатели уже все ушли в утиль. И в Индии до сих пор есть производство, которое выпускает паровые двигатели. Вначале была коммерческая идея, мы хотели в Петербурге, так скажем, поскольку это туристический город, туристическая точка России, очень крупная, катать туристов по каналам, по Неве, ну и что-то на этом, может быть, зарабатывать и получать удовольствие. Но, к сожалению, часто так бывает, что идея не совпадает с реальностью. И на стадии, так скажем, регистрации всего этого мы как-то заглохли чуть-чуть. Вот. В итоге нашли место, где можно было его спустить уже без, так скажем, каких-то сложностей с согласованиями. И, к сожалению, не получилось катать туристов, но мы при этом сами с друзьями хорошо провели время и кайфанули, так скажем, на этом пароходе. Катались летом, купались, жарили на нем шашлыки, и, в общем-то, было довольно-таки весело. Так что я ни о чем не жалею. Году закончили, потом тут встретил девушку, ну и как-то так остался. Город в моем, так скажем, для меня подходит, в моем духе. Здесь, в Питере, как-то посвободнее дышится, что ли. В Москве очень много суеты, там пробки, бизнес, политика. Здесь вот есть, опять же, в центре спальные районы, которые полностью застроенная исторической застройкой. И для меня, как для архитектора, очень важно, чтобы была, так скажем, красивая среда вокруг, в которой ты живешь. И здесь действительно испытываешь удовольствие, когда гуляешь по городу. Ты живешь в исторической среде, которая
сформирована была еще там лет 200-300 назад. Мне здесь просто нравится. Я люблю красить что-то, рисовать какие-то картинки. Увлекаюсь вот автомобилями. Для меня это тоже скорее как хобби, как просто как игрушки такие. Это дворы Бенуа, очень известные дворы. В Петербурге находится этот двор в Петроградском районе. Собственно, это двор дома Бенуа. Мне нравится эстетика этих автомобилей, их размеры, их дизайн. И вот как раз-таки архитектура, наверное, повлияла на вкусовые какие-то качества, потому что ты так или иначе знакомишься с разными стилями, с разными эпохами. И вот, вот эта эпоха проектирования автомобилей, дизайна автомобилей 60-х годов мне очень нравится в плане стилистики, дизайна. Я считаю, что автомобилестроение 68-й, 69-й, 70-й год — это просто расцвет в плане дизайна и в плане технического оснащения. То есть тогда не было каких-то лимитов, не было норм безопасности особо, и дизайнеры могли себе позволить придумать любые формы. Инженеры могли строить огромные движки, которые тратили кучу бензина, но при этом люди испытывали кайф реально от езды. И я рад, что у меня вот машина именно самого расцвета этой эпохи, конец 60-х годов. Это Ford Galaxy LTD 68 года. В нем стоит 427 двигатель Big Block. Объем 7 литров. Это серьезный объем для автомобиля тех времен даже. Сам Ford LTD стал выпускаться с 67 года. Это была такая более люксовая версия Ford Galaxy. Приобрел я его в 2015 году у ребят, которые называются Moscow Garage. Я пришел на выставку, поскольку я все это любил, и просто мне было интересно. Я встретил ребят и спросил, что что-нибудь продается, и они сказали, там вот это продается. И, собственно, так вот я и купил на выставке. Потом мы немножко доработали машину, она была другого цвета, у нее был другой салон. К сожалению, не сохранилось родного салона и родного цвета, поэтому, в принципе, этой ценности уже не представляла. Можно было перешить салон и как-то перекрасить ее под себя. И, в принципе, через полгода после того, как я вот на выставке спросил, что продается, я этот автомобиль получил. Было необычное ощущение, поскольку ты понимаешь, что это твой автомобиль, и ты теперь вот вы вместе, ты сидишь в нем. Было, конечно, волнение, такой некий мандраж, потели ладошки. Через несколько дней это уже все как-то исчезло. Я, в принципе, уже прочувствовал габариты автомобиля, почувствовал, как он себя ведет, какие у него там качества, характеристики, размеры. И, в принципе, довольно-таки быстро привык к нему. Ездить на таком аппарате, который имеет такую мощь, это очень приятно, это кайфово, просто удовольствие. Люди улыбаются, показывают пальцы, даже там, не знаю, бабушки, которые мало чего понимают в этом. Все просят сфотографироваться, ты заряжаешься этим позитивом, это реально очень классно, потому что ты получаешь кучу позитивной энергии, и люди получают позитивную энергию от того, что они видят этот автомобиль, им нравится эстетика. В общем, это такой позитивный заряд чаще всего.
Он очень удобен внутри, так скажем. Ты сидишь на диване, ты можешь спокойно расположиться, закинуть руку на дверь и ехать с ветерком, открыть все стекла. Там довольно-таки большая площадь остекления. И каждое нажатие по педали газа — это ну, просто кайф и удовольствие. Поэтому я в музее не готов хранить. Но я храню в музее только зимой. То есть, когда он стоит, я храню в музее, да. Потому что зачем ему стоять в гараже, пылиться, пускай он будет рядом со своими братьями, стоять где-то в каком-то месте, куда могут прийти люди, посмотреть и также ознакомиться с этой техникой американской классикой. Ну, бывает, да, что-то ломается, и причем это часто случается неожиданно. Бывали разные ситуации, как-то раз тормоза отказали, упало давление в вакуумной системе, и, ну, как-то он затормозил более-менее, слава богу, ехал не на большой скорости, и удалось затормозить. Был случай тоже, что я включил печку, и там стал дым валить из печки, а не теплый воздух. Ну, ничего, я, в принципе, нормально к этому отношусь. Это машина, она живая, и, как и мы все люди, там что-то бывает, бывают какие-то проблемы, и это все решается. Никаких нет проблем заказать какую-то запчасть, как-то его доработать, улучшить. И я стараюсь следить за этим. Он спокойный, но мощный, я вот так могу сказать. То есть машина не для того, чтобы быстро ездить, скорее просто, чтобы получать удовольствие от езды. То есть ехать тихо, но с удовольствием. На расслабоне, если так можно сказать. Я думаю, что мы сдружились, это точно. Возможно, она в моем стиле, да. То есть бывает, что машина очень похожа на хозяина, и хозяин похож на машину. Но я думаю, что у нас есть много общего. У меня вот есть уверенность, что я хочу ее сохранить до конца моей жизни, по крайней мере, потому что это мой первый автомобиль, это как первая любовь, и продавать я его точно не буду, потому что это часть моей жизни неотъемлемая, поскольку я купил в довольно-таки молодом возрасте, и очень много воспоминаний связано с этим автомобилем, и вообще в целом много эмоций, так скажем, было испытано. Поэтому продавать я его не хочу, я буду его хранить.